Всем привет, ассаламу алейкум, это я, Омар Алибутаев, и мой блог о Москве. Сегодня нас ожидает самый волнительный и напряженный матч этого чемпионата мира. Россия-Уругвай. Говорят, этот Уругвай, вай, какая сборная. Ну что ж, как и на всех матчах нашей сборной, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Поэтому давайте все вместе готовиться. Come on, Gary, let's go, buddy. Right. А, подожди, я же на метро. Come on, Gary, let's go, buddy. Итак, самое главное снаряжение для болельщика сборной можно найти вот здесь. Вот, все самое необходимое я уже взял. Карвалол, валерьянка, игрушка, антистресс. Ну вот, почти готово. И вот мы уже находимся внутри фан-зоны, где будут показывать матч. Здесь находятся самые преданные фанаты сборной Уругвая и России. Давайте узнаем, чьи болельщики самые голосистые. Ну, которых услышат прямо в Самаре. Уругвай! Уругвай! Вот, вот с такими болельщиками не только в Самаре, но и в том Монтевидео можно услышать, да? Вау! Россия! Отлично! Россия! Вау! Такое ощущение, что нахожусь на каком-то курорте в Турции. Столько разукрашенных людей, и все вот с флагами «Россия, Россия» кричат. Наверное, со стороны странно выглядит, что люди начинают кричать, когда к ним подходит дагестанец. Ну ладно, пойдем дальше. А сейчас мы посмотрим, все ли в Уругвае так хорошо играют в футбол. Давай, ма. Раз. 98, 99. Ошалет. Это ж какие у них футболисты, если болельщики так хорошо играют. А для того, чтобы наша сборная играла лучше, надо поддерживать ее кричалками. Да не выйди с русской бани! Это Эдисон Кавани! Началась игра, и это значит, настало время моего набора. Видите, одни русские стоят. Просто уругвайцы уже на Никольской победу отмечают. Это был захватывающий матч. И после такого матча, чтобы спокойно уснуть, надо от души устать. Поэтому я сейчас побежал в Самару. Надо ребят же подбодрить. С вами был Омар Алибутаев и мой блог о Москве. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кипячите в комментариях, что вас интересует. Покупайте вот такие игрушки антистрессовые.